Упадал от пиздоси просто. Которые 500 голды стоят. А чё, они такие дешманские, что ли? Ну как ты думаешь, если хуя падает, сколько они будут стоить? Ну, блядь, 500 гэд с этого, блядь, с ЕК 25 и то дороже, блядь. Ты в ЕК 25 часто ходишь за плащиками? Ты... Тут-то вообще по КД может падать, даже если ты тупо трачь падает. Довольно часто. Ссылка это реже падает. Плюс боешки такие специфичные. Вот самое пистатое, наверное, это что там, клинки или как они? Оружие для него будет. Метательное, типа, что ли? Которое по 19 там кас стоит. Оно в ЗСе падает. Блять, зачем Никитосу черепаха 75-го? Бля, это... Суманите меня, пожалуйста. Кто там не ушел? Лети, у нас перерыв. Ой, я тоже пойду в ГБ сбегаю. Ой, в этот, на аукцион. Пересумоните потом. Все равно замены будут. Зелье куплю. А что, перерыв, да? Ну. Заебись, это ты, значит, отсутствовал, нахуй. Ща эти 250 в его ГПшечке. Старичок, подожди, тут трес лежит. На несколько минуток мне звонили. Трэш я бил? Что не река. В Дискорде не было. Я слышал, ты же говорил, что ты отойдешь, по-моему. Это не ты. Адмирал, давай, я сказал время. То, что я отойду в другой дискорд. Адмирал, время стрима, линкуй. Тебя даже поставили объявление рейду. Время стрима. Линкуй, где ты бил трэш. Есть интереснее. Блять, я 9-й, короче. Это еще надо доказать. Короче говоря, все ваши вылеты из-за ебаных вульперов. Это давно поясная хуйня, что из-за вульперов. Там ссылочка есть, если у вас ошибка такая же, типа, как и... 132-я вылетает ошибка, по-моему. Раз тогда скинул. А то, что ты зависаешь, как уебан в Долоране, без ошибок, без всяких, и свернуть ничего нельзя сделать. Это нахуй, нормально, это, старик. Это тоже ошибка, просто одна не критует до конца, а просто виснет игра. То же самое. Да, ну, эта хуйня у меня началась буквально после ихней обновы, блядь. Да, у всех. Да, оно у всех, старик. Старый, да, лаги еще ладно, а вот вылеты с ошибками, это пи***. У меня раньше ошибки были тоже поначалу, вот после первой обновы, когда вышла, а сейчас вот стало просто зависать вот так нахуй, намер. А у тебя диспетчер задач даже не открывается, когда зависаешь? Нет, я открываю, да, через, да, диспетчер. Открывай. Диспетчер открывается, но он игру не выделяет, как будто нет игры, ты понял? Да, вот по процессам закрываешь. Посмотри в процессах. Просто, и все. Блядь, сколько там, умных, сколько, я блядь, вам объясняю, зависает, игра просто картинка сплошная. Да-да-да. Ни в диспетчере, ничего ты ее выделить, никак да. Ничего не можешь с ней делать. И не закрыть не можешь. Только перезагрузить. А, старый, есть такая штука, как ты можешь ползать этими по строчкам насчет выделения... стрелочками, и нажимаешь клавишу Delete, даже если ты это делаешь вслепую, оно у тебя все равно снимается. То есть бывает так, что полностью все зависает, какое-то приложение, у тебя даже диспетчер задач не открывается. Но по факту он открывается. Ты, к примеру, берешь там, я говорю, вслепую, это нужно знать, как бегаешь стрелочками, нажимаешь Delete, хуяк, все, приложение закрыто. Не знаю, я тоже пробовал, что-то не было у меня никаких стрелочек. Ну, смотри, какие стрелочки у тебя на клавиатуре? От стрелочек у меня не появился ничего. Давайте сумоньте всех. Странная фигня. У тебя какая винда? Да хуй знает.
Которую брат установил. У меня тоже намертво зависает, но я все спокойно в процессах, она есть. Игра, она должна, не отвечаю, игра написана. Слушай, у меня десятка лицовая также зависает, просто картинка и все, ничего не можешь сделать, игру скинуть не можешь. Только ты не может. Должен ее скидывать, ты должен просто открыть окно диспетчера, чтобы оно активно, и стрелочками выбрать. Вот сейчас, наверное, Адмирал стрим запустил и вам покажет. Странная фигня, у меня диспетчер тоже вот зависает, ничего не альтап, ничего не работает. Ты жмешь Ctrl-Delete и выкидывает на рабочий стол, и все. Давайте, сумоньте, народ. Быстрее убьем, быстрее в целкапанье. Тебя ж... Там Леха кого-то менять хотел. Кому с Миликов босс не нужен? Ауди. Можно в целка долететь сразу просто, походу. Ну да. Только не заходите. Понятное дело. А, я опять разговаривал с выключенным микрофоном. Ну ладно, хуй с ним. Кирс на магазине. Ты можешь идти. Лёха мне не нужен. Ты уже поменял этот. Артемия, ты в совет. Вот он стоит. Там бронцевой нет как такого. Давай лучше я спекнусь в ретро, а пока тут в сову. Порт стоит. Ладно, этот Нарте, в кота ты в этом. Ты в ретро. Ауди, порт стоит. Драгон, вот эту фигню. Я да выхожу. Там есть решение этой ошибки. Ну, я вот скинул ссылку. Не знаю, там написано, что можно сделать. Гонис, что потом в ЦЛК лететь, да? Там ссылка, там хуйня полная. Почистите винду, проверьте на трэш, там клиент переустановите. Это все хуйня не работает. Я вот папку удалил, которая вот эта кэш, и у меня перестала давание выкидывать. Все, тихо, хватит водить. Старик, рыбу поставь. И раздаем баф. Поставил. Даю проверку. Приставов. Брони, что не хватает. Бля, тут ребята первый раз, хотя они что-то, смотрю, нормально топят. Брони здесь, готов. Кулак, он пишет в чат, кулак. Кулак, дайте по броне. Петрик, дайте кулак, я каски раздал, там каски было. Тут лок, самое главное, в луже не сдохни, она будет прорисовываться, остальное хуйня, бегай за всеми. По друиду тоже кулак, все, все здесь, все готовы поехать. Напоминаю, рейндж, контроль. Каску Один и четыре. Один по себе может каску баф. Два Никитоса из Тирюзики. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Он тебя сейчас слышит? И, по-моему, его нет в диску. Все, сливаем. Вот, Белодор. Цена не настолько же далеко. Все, раньше набираем. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Какой паутин по себе бог не кинул? Киньте каску. Ты
сейчас на пол отдайте. Дайте поставить. И раньше не забывайте держать. Милики, отойдите от РДД. Сейчас милики до первой бомбы не подходит. Дайте ему поставить. Бомба. Все, сливайте. Сейчас пухи, все назад отошли. Ауди нет лично посохи. Раз ты сбиваешь посох. На пул отдайте ханта и пух. Отведи эту. Мы по чуть-чуть сливаем пухи. РДД по черепу играем. Медики. Хотя не, посох добейте, РДД. Улетает, мешает. Заявы. Иди посох. Пушить. Убиваем. Посох, посох сюда. Идите сейчас. Сильнее. Сейчас уберем пульс. Немножко назад возьмите, все равно будем вот сзади моб появится его. Хилы там посмотрите, танки, чтобы не легли. На середине хилы стойте, РДД немножко позади. С миликой. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками. Все, поехали, поливаем. Пирс. Лич. В сторону не веди. Тарик. Ладон. РДД на РНЖ по бабе играем. Велики. Инженера. Посмотрите за бомб. Главное РНЖ держите. Босс кто? После первой лужи старика Локи прохилите. Локи прохил. Этот, после первой лужи Войд забирает двоих на себя, чтобы его контроль не кинуло на Феникс. Потом заберешь ты, как только контроль появится. Если на тебя будет контроль, бабл на сразу, мгновенно. Снимешь.
короче говоря, перед контролем забирать. Почва контроля. Точно. Если тебе берет контроль, ты бабл можешь нажать и выйти. Милики по сангвинару бейте, который справа стоит. РДД инженера доливает. Сканты тоже на сангвинаре останьтесь, и лему тоже. Равномерно сливалось. Босс появился. Где рубали все по боссу? Смотрим лужи. Не забываем контроли. И ЛЕшки. ЛЕшкой не бьем, когда контроли свои же бегают. Вышли с лужи. Контроль. Где прожать себе посох? Рим персика, блять, не слейте. Вы чё? Пуляющий тотем. Какого хера? Забирайте этот питасок контроль. Мы босс убьем потом. Лужа выйдет. Артемия, дай и БР. Чё, глубо прошла или? Да. Скоро уже следующий появится, вроде. 10 секунд. Феникса бейте. Ты берешь босс? Контроль. У меня контроль. Яйцо. Яйцо обязательно. Яйцо. Глыба контроль. Глыба. Добей. Еще одна будет. Где-то вторая уже была. Вот, бьет. Сорвался. Все, пофиг. Шлими. Все. Активное яйцо, короче. Босс. А будет БР или нет? Жди пока что. Так, не слушай, вышли в ДД зона. Контроль. Контроль. Ретрика особенно. Ретрик, почему не снимай? Чё, пухой? Я не знаю, что забагался. Я нажимал на... Ретрика, контрол. Рыба прошла на бой? Да. Милики. Боже, муж, милики, блядь. Феникс,
Феникс Альянс. И что, помогайте? Пока тут Сантея бэриш. Римперсик на цель. Яйцо. Босса. Босс перевод. Феникс. Выбирай. Сейчас то. Служа, выйдите, РДД зону. Переводите босс. Ой, блять, меня контроль. Контрольте всех. Римперсик Нарцию подним. Спасите Нарцию, дайте бафу. Попал глыба. Добивайте 5%. Овцу, диспел с меня. Феникс. Все, бьем что-то. Все, сейчас будет время немного босса побить. Потом сразу не забываем рейнс держать. Движение гравитации. Рейндж набрали все. РДД стоим боссы. Похиливайте. Фениксов собираешь, держишь на себе, никто Феникс идет, все бегут. Смотрите, сколько заложено. Глыба. Феникс. Гравитация. Рейндж. Рейндж держим. От тебя толку, как от ребенка. Блять, рейндж возьмите. От тебя толку, серьезно? Маны оставайте, если есть. Силы баф. Лямов и босс. Глыба. Лужа. Питос. Даже про... Рейндж
Добивайте, босс. Ветрик, себя там под... Четыре гамма добивайте. Наложи так. Гуд. Старый. Воронки же в конце родим, да? Да. Да. А чё, разве вот эта шея может быть на офспек? Да. Там 4 на выбор.